Более 4,5 миллионов рублей магаданский пенсионер перечислил мошенникам. 55-летний житель областного центра обратился в дежурную часть. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о сомнительных операциях по счету. Также специалист сказал, что на пенсионера оформили кредит. Звонивший убедил пенсионера, что для того, чтобы злоумышленники не успели оформить на него кредит, необходимо сделать это самому как можно скорее, а затем перечислить средства на безопасный счет. Доверившись сотруднику банка, гражданин оформил кредит в размере 5 миллионов рублей и посредством банкомата перечислил на счета, указанные звонившим, 4 миллиона 662 599 рублей. После этого связь с ним прервалась. Следователи возбудили уголовное дело «Мошенничество». Максимальное наказание – лишение свободы на 10 лет. Сотрудники полиции предупреждают, банковские работники никогда не звонят клиентам с информацией о подозрительных операциях. Если вам рекомендуют перевести деньги на какой-либо счет – это мошенники. Лучше прервать звонок и обратиться в кредитную организацию самостоятельно.